Индивидуальные предприниматели Ненецкого округа получили налоговые каникулы. Закон, дающий право на освобождение от налоговых выплат, депутаты окружного собрания приняли на сессии сразу в двух чтениях. Законопроект о налоговых каникулах – подарок для тех, кто только начинает свой бизнес. Временное освобождение от уплаты налогов получают те, кто зарегистрируется в качестве юрлица после опубликования принятого закона. Двухлетние налоговые каникулы предусматриваются для тех, кто ведет социальную, производственную и научную деятельность и работает по патентной и упрощенной системе налогов. Налогообложения. Налоговые каникулы будут предоставляться с учетом определенных видов деятельности. Льготная ставка может применяться непрерывно в течение двух налоговых периодов со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Предлагается вступление в силу закона со дня официального опубликования и установление срока его действия до 1 января 2021 года.